50 миллиардов тенге, выделенных из государственной казны на поддержку предпринимателей в этом году, разместят в 13 банках второго уровня. Прежде всего, кредиты должны быть доступными для начинающих бизнесменов, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах. В 2015-м по дорожной карте бизнеса Кустанайская область получила 1 миллиард 400 миллионов тенге. Треть этих денег пойдет на реализацию новых проектов. В рамках программы в регионе уже реализовано 14 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, транспортных услуг и складирования. Одобрение получили еще 15. Они будут реализованы в моногородах и селах без отраслевых ограничений. Для жителей отдаленных районов, которые раньше испытывали трудности в получении кредита из-за низкой стоимости залогового имущества, предусмотрены дополнительные меры поддержки. Думаю, что последние изменения позволят все-таки облегчить положение предпринимателей. Они будут более доступны к кредиту получения. Условия выдачи кредитов по программе более мягче. До 85% мы сможем гарантировать перед банками. Также есть возможность выдавать деньги через микрокредитные организации до 3 миллионов